Продолжаем выпуск. Губернатор Саратовской области и глава Банка «Российский капитал» обсудили меры поддержки банка «Экспресс Волга». Напомню, именно на «Российский капитал», дочернюю структуру агентства, по страхованию вкладов возложена ответственность перед вкладчиками банков группы «Лайф», таких как «ВУЗБанк», «Газэнергобанк», «Социнвестбанк», «Пойдем» и «Экспресс Волга». Михаил Кузовлев заявил, что работа учреждений, подвергшихся санации, полностью восстановлена, офисы работают в штатном режиме, а банкоматы загружены наличностью. Сняты все ограничения, связанные с работой банковских карт. Руководство области, Центральный банк, приняли решение о том, что банку жить. Мы сейчас занимаемся процедурой финансового оздоровления. Мы восстановили полностью ликвидность в банке. Мы сняли все ограничения. Практически за неделю банк ожил. У банка «Экспресс Волга» очень большие перспективы. По словам Михаила Кузовлева, «Экспресс Волга» не только восстановил свой статус-кво, но и будет развиваться. В частности, банк увеличит свой кредитный портфель, так что объемы выдаваемых населению кредитов вырастут.